Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год — хороший праздник. Всем нам хочется чудес. Самое настоящее новогоднее чудо. Детей на елке Куйбышевского района поздравляет Дед Мороз из будущего. Необычный гость приятно удивил и детей, и взрослых. Играли, бегали. Ну что, пели, считали? Прыгали. Доволен, что попался? Да. Вместе с детьми радуюсь, весело вспоминаю свои новые года, их было очень много. Так что очень благодарны руководителям и кто организовал вот это мероприятие. Для детей в трудной жизненной ситуации выступали персонажи любимых мультфильмов и шоу «Мыльных пузырей». Ну а главным гостем праздника стал Дед Мороз, который осчастливил подарком каждого ребенка. Мы ежегодно проводим такую елку для детей, которые социально не обеспечены, попали в трудную жизненную ситуацию. Хочется подарить какой-то немного радости. Сложная у них судьба, поэтому стараемся вместе как-то скрасить эту жизненную ситуацию, в которую они попадают. Эта елка дает старт и другим новогодним торжествам Куйбышевского района, которых запланировано немало. На территории района также установят 12 елок и зальют 9 катков. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.